Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Оказывается, сегодня лекции читают не только в университетах, но еще и в музеях и картинных галереях. О чем там можно узнать и чем эта информация будет полезна рязанцам, сегодня мы поговорим с архитектором Ильей Стюхиным. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Ирина. Если честно, для меня было открытие, что в музеях, в картинных галереях проводятся лекции именно подобной архитектурной тематики. Если можно, расскажите, чем вам, как архитектору, это интересно? Знаете, вопросы городской среды сегодня интересны не только архитекторам. Любой человек, который проживает в городе, он проводит в нем большую часть своего свободного времени. Если не считать рабочее время, то все равно это дорога из дома на работу, с работы домой. Это время, которое человек проводит с детьми в садах, парках и дворах. Поэтому пространство города, оно всегда вокруг нас. И вопросы о том, как оно должно быть устроено, они интересуют сегодня не только профессионалов, но и всех остальных жителей. Я хочу предложить вам посмотреть на город с новой точки зрения. Вы замечали, что застройка исторического центра города отличается от характера застройки районов периферии. Но немногие задумываются о том, когда и почему произошел такой резкий поворот в градостроительстве. Дело в том, что в течение всего 20-го столетия окраины города Рязани развивались по принципам модернизма. Архитектурный модернизм – это направление в архитектуре 20 века, которое подразумевает отказ от исторического наследия, от исторических стилей. Это новые принципы формирования городской среды. Сформулировал их французский архитектор Ле Корбюзье, который в свое время, в 20-х годах прошлого века, предложил абсолютно инновационный план реконструкции города Париж. Архитектор предложил вместо исторического центра разбить огромный парк и в этом парке разместить несколько десятков 50-этажных жилых небоскребов, в которых должны были проживать 3 миллиона человек, то есть практически все население исторического Парижа того времени. Собственно говоря, идея архитектора была очень проста. Сейчас город застроен невысокими домами, но очень плотно, и свободного пространства для жизни горожан остается очень мало. Поэтому, если мы повысим этажность домов, то, соответственно, расстояния между домами станут свободным пространством, где можно будет разбить сады, парки, различные общественные пространства для того, чтобы обеспечить комфорт горожанам. Свои идеи архитектор сформулировал в градостроительном манифесте под названием «Афинская хартия», которая была принята в 1933 году. Почему я сейчас об этом говорю? Дело в том, что во время подготовки к лекциям я открыл и прочитал этот манифест. Он очень короткий. Дело в том, что о нем знает любой архитектор, но я подозреваю, что мало кто действительно держал его в руках и читал. Понимаете, современные градостроительные нормы, по которым мы работаем, они все родом из этого манифеста 1933 года. Это было настоящее открытие для меня и для многих людей, с которыми я поделился этой информацией. То есть, правильно я понимаю, вы об этом, обо всем говорили в привязке к нашему городу, к Рязани? В большей степени я говорил о различных проектах, которые были реализованы в России и в Москве. И вообще все это характерно для микрорайона абсолютно в любом городе нашей страны. То есть, если мы поедем из центра города на периферию, то все районы, построенные после 50-х годов, это, по сути дела, лучезарный город Ле Корбюзье. Но сейчас мы видим, что те идеи, которые были сформулированы тогда, они воспроизводились в противовес историческому плотному городу того времени. Но сейчас у нас время радикально изменилось, а нормы остались прежними. Посмотрите, во что превратились открытые пространства. Это не ухоженный парк и не прекрасный сад, это пустыри, которые расположены между домами. Высокая этажность домов порождает большое расстояние между ними. Большое расстояние подразумевает большие размеры микрорайона. Получается, что между улицами очень большое расстояние, соответственно, транспортный поток на этих улицах очень высок. Среда, которая возникает здесь, получается негуманной, некомфортной для человека. В чем это выражается? Я приведу простой пример. Вот в центре города есть улица Маяковского. Она застроена достаточно современными зданиями, с одной стороны, и с другой стороны у нее размещается центральный рынок. Там хорошее качество асфальта, там односторонняя дорога, то есть там не такой большой транспортный поток. Но находиться на ней некомфортно. Почему? Потому что там мало озеленения, там достаточно широкая улица, узкие тротуары,
там практически нет физической границы между пространством автомобильной дороги и тротуаром. Они одинаково заасфальтированы. И когда ты идешь по этой улице, ты не всегда понимаешь, кто здесь главный, пешеход или автомобиль. Должен ли ты уступить ему дорогу, или же он должен уступить дорогу тебе. В противовес этому, параллельно улица Чапаева, она представляет собой другой пример. Это узкая улица, она хорошо озеленена, но там плохое качество асфальта, там плохое качество тротуара, но все равно там идти комфортнее. Почему это происходит? Большие открытые пространства некомфортны по определению. Зимой они продуваются ветром, и по дороге на работу вы замерзнете. Летом там практически нет тени, и вам станет жарко. На улице вы пешеход, а на дороге вы путешественник. Вы готовитесь к этому путешествию, вы покупаете с собой воды, потому что, возможно, магазины вам по дороге не встретятся. Вы должны преодолеть расстояние из точки А в точку Б как можно скорее, потому что цели находиться на улице и комфорта от этого вы не испытываете. Я считаю, что это очень большая проблема для нашего города, потому что наши улицы, они очень редко комфортны для людей. Посмотрите на прекрасный пример улицы Почтовой. Там изменилось, на самом деле, не так много. Там изменилось покрытие, там добавилось зелени, добавилось лавочки и освещение. Но как преобразилась улица, мы понимаем, что это место для общественного пространства. Там постоянно проходят различные интересные мероприятия, и горожанам очень нравится там находиться. Но улицы вокруг, все остальные улицы города, они находятся в не самом лучшем состоянии. И проблема, я считаю, именно в том, что у нас нет идеологии, настоящей городской идеологии, которая порождала бы комфортную среду. Мне кажется, проблема эта всем ясна и понятна, но от этого к лучшему ничего не меняется. Это не совсем так. Я хочу рассказать вам о Москве. Москва всегда опережает нас на десятилетия или больше. И сейчас те процессы, которые там происходят, они вселяют в меня оптимизм. В 2012 году, если мне не изменяет память, там изменился главный архитектор, и сейчас там архитектор Сергей Кузнецов. Он пропагандирует идеи квартала, идеи улицы, идеи общественных пространств. И то, как меняется Москва в последние годы, это действительно поразительно. Центр города меняется на наших глазах. Мы видим парк Горького, мы видим пешеходные улицы, мы видим регулированную парковку и замечательное пространство, которое возникает там. И лучшим, что мы можем сделать сейчас, это изучать эти положительные примеры и думать о том, как мы можем применить это в Рязани. А что должно случиться, чтобы мы наконец обратили на это внимание? Нам тоже нужно сменить главного архитектора? На самом деле здесь могут изменения, они могут начаться с любого направления. Запрос могут сформулировать жители, которые просто будут формировать, как бы голосовать рублем, да? То есть у нас могут возникнуть действительно интересные кварталы, в которых люди просто больше захотят жить, чем в других районах. Это может быть застройщик, который вдохновится новыми идеями и действительно построит что-то, что было бы интересно для горожан. И как бы я не считаю, что если он получит меньше прибыли в первый момент, он проиграет в более далекой перспективе. И, конечно, это власти города и архитекторы. Профессиональное сообщество сегодня в некоторой степени подавлено. То есть как бы мы фактически повторяем опыт советского города. Наши дома выглядят по-другому, но идеология не изменилась нисколько. Я считаю, что с приходом нового поколения архитекторов, которое сейчас у нас как раз-таки появляется, то есть у нас не так давно действует архитектурная специальность в Политехническом институте, у нас есть изучение городской среды в Институте культуры и некоторые другие направления. Я считаю, что с появлением новых специалистов у нас может действительно измениться подход к архитектуре и городскому пространству. Ну что ж, я надеюсь, вы, как представитель молодых архитекторов, в дальнейшем будете над этим работать. Надеюсь, что кто-то из наших телезрителей вдохновился вашими идеями. Может быть, кто-то из застройщиков слышал нашу беседу и тоже обратит внимание на наши общие, наверное, пожелания, потому что все-таки Рязань – это город, в котором мы живем, который мы любим, и, конечно же, мы все хотим, чтобы он становился с каждым годом только лучше и комфортнее для нашей жизни. Спасибо большое, что сегодня нашли время к нам прийти. На этом наша программа подходит к концу. Мы желаем нашим зрителям всего самого наилучшего. До встречи в новых выпусках.